Всем привет, друзья! Итак, ребят, не буду тянуть время и приступлю сразу к делу. Берем поводок лески. Советую отмерить сразу побольше, так как лишний мы сможем всегда отрезать. А вот если нам не хватит, то узелок у нас не получится. У меня вместо лески поводка вот этот шнур для более наглядного видения. Кроме поводка нам, конечно, понадобится в моем случае вот такой вот самодельный крючок и побольше, чтобы вам было лучше видно. Берем наш поводок и складываем два раза. Получившую петлю берем и засовываем в ушко крючка. Вот так вот засунули. Итак, ребят, небольшая поправка. Если у вас эта вот петелька не залазит в ушко крючка, сделайте вот так вот. Сначала засуньте не сложенную леску, вот так вот, просовывайте ее. Просунули. А потом обратную вот так. Вернитесь и просуньте. И вот у вас получится вот такая петелька. Просто ее вот так вот вытягивайте. И вот у вас получится петелька. Сразу побольше таскаем. Потом, значит, вот так вот накидываем. И засовываем нашу петлю, как будто мы хотим завязать узел. Вот, вот так вот. И вот в эту петлю засовываем жало нашего крючка. Вот. Для того, чтобы узел завязался более крепче и легко, вот этот вот весь промежуток лески смачиваем водой. Вот. Ну и затягиваем потихоньку. С леской вам будет более лучше получится, значит, наш узел, так как она тоньше. Вот у меня вот так вот подтягиваем. Вот. У вас, естественно, с леской тоньше, и узел получится лучше. И вот такой вот узел, вот это вот, правда, здесь сюда затягивается. Вот. Вот. Вот так. И вот такой вот у нас узелок получится. Но у меня вот здесь вот промежутки, так как шнур не гнется и плохо затягивается. У вас, конечно же, на леске получится четкий такой крепкий узелочек. Вот этот вот кончик подрезаем и подтягиваем еще раз наш узелок. Вот такой вот хороший, качественный узелок у вас получится. Быстро, надежно и легко.